Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас тяжелая броня, вот такая вот у нас башня, да, и здесь речь не о танках, а, конечно же, об анкилозавридах, скалозавридах и прочих брониках, короче. Так, между вами и наградой всего лишь одна преграда, команда бронированных существ, и победить их вам помогут громилы с разрушающими или обходящими защиту способностями. И вот, в принципе, эти у меня все существа, так или иначе, кроме вот этого. Так, кроме вот этого вот гаденыша, да, имеют способности пробивать там щиты, броню, там защиту и прочую лабуду. Вот этот мой любимчик тираннолофозавр тоже может, и трикозавр это все дело умеет делать. Даже магнипиритор это может сделать. Так, а вот это вот, наверное, стоит и подменить. Что-то я как-то не доглядел. Так, только на кого мы будем его менять? Так, что у тебя есть? Ну, здесь, по-моему, нету, да, пробивания брони нет никакого. Не подходит. Ну, вот этот, он слабоват. Он сам ничего не может. Раджа-килозавр. Да, он сам, короче, любитель поставить защиту и броню. Так, вот. Вот кого-то из этих возьмем. А ну-ка. Ну, тут есть кровотечение, вот он мне вот этим очень нравится. Вот он. А где мой этот? Кого я ищу? Кого я ищу? Кого я ищу? Этого. Крысёныша своего. Где мой спинатозух? Подождите, какого он у меня уровня? Аланкилозавр, что там у него броня есть. Аласинозавр, о, блин, у него тоже неплохие удары, все сквозь броню, блин, тоже прикольный парнишка. Его можно взять, конечно же. Вот мой любимчик тоже. С кровотечениями. Но он будет уступать. Так, что будем делать? Кого взять? Вот кого взять, ребята? Аласиныча или этого? Так, изменить. Может, потом подменимся. Давай. Вместо вот тебя возьмем. Давайте пока. Кого? Давайте Аласину возьмем на первый бой, а потом подменимся. Таков план. Так. Блин, он всего-то 16 левела, конечно. Ну, давайте возьмем первую четверочку. И начнем, естественно, с нашего слабого, потому что, я так понимаю, это, смотрите, это первый бой из 5, и там дальше будет жестче. Мы дойдем до кого? До 30 уровня, что ли? Интересно. Так, Анкилос, у него 30% брони, если мне память не изменяет, да. Он ходит первым. Он поставит щит, конечно же, а мы его уберем. У него все удары практически со щитом, потому здесь к гадалке не ходи, а сквозь щит пробей. Еще есть опережающий паралич. А у него опережающая... непобедимость, да? И опять. Блин, надо было сквозь броню бить. Блин, промахнулся, не тот удар взял. А, ну кританул. Вообще шикарно, блин. 16 левел. Хорошо их, короче. Контрит вообще конкретно. Так, а теперь... это вообще-то эоплоцефал. Если я не ошибаюсь, он так вот называется в большинстве своем, да? Но у нас тут юцефал. Я уже и забыл, что он такой прям есть. Ой, сейчас больно. Косарик. Вот так вот. Уязвимость нам дал. Ну смотрите, он один затащил. Ничего себе. Вот это поворот. Ну, а, нет, блин, не затащил.
не затащил. Ну, потому что ему уязвимость, короче, дали. Так, ну и быстрее здесь только этот, блин. А его плацефал у нас шустрый. Какая у тебя скорость? 112. Чё ты такой дерзкий? 1008. Вот и нет проблем. Так, ну, в принципе... неплохо, мне понравилось. А лосинозавр хорошо держался. Практически. А нас тут возле поджидает еще и обычный анкилозавр второго поколения. Ну ладно, сегодня как-то этих турниров насыпало, но они, в общем-то, обыкновенные. Что дальше? Ууу, кстати, это про это вот и забыл. Здесь у нас же идут парализаторы всякие. Парализаторы, аморгоцефалы, это же ребята непростые сейчас пойдут. Вот так давайте еще пойдем, все-таки решил еще дать возможность посражаться нашему аласинозавру. А потом его уже сменим. Я думаю, от стегоцератопса он довольно быстро отгребет. Так, щит он ставить не будет, потому сквозь броню. Так, он, блин, крепкий парень. 20-й левел. Стегоцератопс — это хорошая штука. Паралич не сработал. Ну, а у него сработал. Еще один? Не-не-не-не-не. Так, да он меня тут сейчас за следующий удар убить хочет. Рекс, я хочу, чтобы Рекс еще смог проатаковать разочек. У него есть щит. Ку, выжил Рекс. Может, за раз пробьется? Если кританет, то может. 2600, черт побери. А ну, аласинка. Кританул, вообще красавчик, 2200. Он, посмотрите, помощнее даже Рекса смотрится как-то. У него броня еще есть даже. Так, ребятки, теперь у нас эпический 20-й анкилос и 21-й этот парнишка. Тогда что делаем? У них ни у кого нету очищения. Здесь прекрасно, прекрасно зайдет наш быстрый кроводающий динозавр, короче. Вот и. Но он будет ходить первый спинатозуб по любасу. И вот этого парнишку нужно уничтожать. Ах ты ж гад, смотрите, как-то он больно ударил. Давай на Рекса. Рекс, принесем жертву Рекса. У него сейчас будет два удара таких с параличом, я так понимаю. Один и второй, да. Но он сейчас умрет. Дело в том, что после этого удара. Вот чем он хорош. Так, ну а Рекса уже все удары открыты. Мы хоть в параличе, но отстояли, да, там типа. Ну и пробьет его, блин, 670. А, нет, нет, не смотрите, долгая защита. Выжил. Выжил, выжил, выжил. А сколько будет следующий удар у него прилетать? Ну, давай назад. Ну, это считается. Так, кровать... Ай, кританул. Ладно.
Готово. Ну, удар с кровотечением — это прикольная штука. Три хода и хана. Ты надо ударил и подменился на какого-то бронированного, и все, и пересидел. Ребятки, теперь у нас уже появилось три существа, и появился вот такой вот пригвождающий удар. Ну, опять же, пока Манастига Топса здесь нет, кровотечение будет заходить просто на ура. Жизнь сколько? 4 косаря. Так, кем пойдем? Может, уже стоит брать кого-то, вот из более надежных. Ну давайте, пойдем так. В принципе, можно изначально брать. Кого будем брать? Рекса. Рекса однозначно ходить вторым, либо брать нашего кровоточащего друга. Но он шустрый, его, в принципе, хорошо оставить на потом. Но здесь удары... Снятие щитов в обход брони. Ну, как-то пофигу, Рекс и так медленный. Ну, а сейчас параличи будут прилетать, да? Да. Ну, и паралич не прилетел, значит победил, да? А если паралич прилетел, значит проиграл. Так, ну вот и вот для этих целей мне как раз нужен был спинатозуб. Он быстрее. И щиты его как-то особо не пугают. Ему главное один раз ударить и убежать. Вот так вот. Не знаю, это она просуммируется. Вот у него 2000. Смотри, смотрим. Сколько снимется. Он сам себя сейчас убьет. Да, двойной. То есть оно суммируется. Это жесть какая-то. Это жесть. Еще и нейтрализация есть. У тирана Лафазаура вообще шикарно. И сейчас прилетает. Если мы выживем, то хороший такой урон надо по титану. Надо по тазавру, ё-моё. Вот такой вот. Хотя, наверное, стоило... Блин, неправильно я сделал. Чтобы он выжил, нужно было сначала снизить ему... снизить силу удара. Тогда бы он выжил. И было бы шикарно. О, крикетстом 400 прошло только. Так, у него опережающих никаких ударов нет. Посему добиваем. Ну, прикольный. То есть он любого динозавра ложит за 3 хода. Насколько бы он сильным не был. Хоть 10 тысяч жизней, хоть 100 тысяч. Если у него нет очищающих ударов, то ему хана. Ну, хотя можно, конечно, подмениться. После подмены все эффекты снимаются. Ребятки, итак, последний бой. У нас что, синоцератопс такой сильно бронированный, 25%. Ну, там можно было каких-то брахиозавров сюда добавить, то что они как бы помощнее будут. И опять же, очищения ни у кого нет, но параличи, всякие там срокачи. Так, а что же делать? Вот тебя стоит взять. Давайте вот такой вот командой пойдем, без... Индоминуса. Индоминус, по-моему, только сквозь щит пробивает. У него сквозь брони как раз пробития нет.
Нет пробития, да, или как там пробитие в танках. Как там озвучивается попадание. Так. Грязное дело сделает спинатозух. Так, дальше что? Дальше вот так. В принципе, ему незачем сидеть и второй удар вообще принимать. Вообще-то, если был бы доступен удар с подменой сразу, то есть надо было бы сразу бить с подменой и все. Ну, трики тут именно для того, чтобы принимать урон. А пока он не умрет. Блин, ну это двойное кровотечение, это просто дичь. 60% жизни, 66% жизни за раз. Блин, почему у меня паралич на два хода держится, блин, это как понимать? И смотрите, вообще запарализовало. Трики, ты чего? Вот так, давай, а. Блин, мы так в параличе простоим. Не прикольно. Вообще не прикольно. Да даже контратаковать, короче, не получается из-за паралича. Ну вот сейчас нам опять прилетит паралич. Ну, если не... Он-то прилетит, но надеюсь, он уже не возьмется. Три раза подряд, может, не надо. А, зато сейчас прилетит. Ну давай, третий раз подряд. А, вообще убил. Разберемся с тобой другим способом. Блин, убил. Подлец. Больно бьет. Че так больно бьешься? А косарь у него, ничего себе. А кто у нас шустрее? 128. Ну они, в принципе, оба шустрые. Ну, прощай, мой друг. 1700. Ну, давай, сразу вот так. Ну и зря. То есть я думал, это замедление сейчас врубит. А он? А он-то что? Ну, давайте просто подменяться, не подменяться. Не, наверное, рискованно. Просто пробиваем. Ну, хотелось еще просто магнипериттеру дать размяться. Ну вот такие, да, конечно, постоянный паралич Стегоцератопса, блин, по 2-3 раза подряд, это, конечно, печально. 13 тысяч. Юцефала нам навалили, Анкилоса обычного. На Дозавра, кстати, могли бы в противнике и Анкилодона нам тоже дать. Почему-то как-то не однообразно. Постоянно одних и тех же совали. Анкилозавров, Стегозавров, Надозавров. Ну, Надопатозавров. На этом, ребятки, все. До скорых встреч.